А ты ответил на вопрос. Ты сказал, Саша, кроме самого человека, никто не знает, кто он. Да, Ты ему никто не знает. Да. Только ты себя знаешь. Больше никто. лучше всего, да. Не то, что лучше всего, это только ты знаешь себя и все. Мама тебя не знает. Мама может говорить про тебя, какая ты, но мама тебя не знает. Я же уже неоднократно говорил. Когда Да. вам кто-то что-то говорит, должен человек попасть внутрь тела. Но это невозможно, поэтому Это получается, невозможно. все, Значит, что этот нам человек, говорят, это условно. если это невозможно, Тамара, этот человек, что тебе говорит про тебя, что он говорит? Свое мнение. Свое мнение. Ты можешь являться его мнением? Нет. Нет, все, до свидания. Следующий. Тоже мнение, да? Тебе говорят. Ты говоришь, ты не можешь. До свидания. Следующий. Говорит тебе, ты говоришь, нет. До свидания. Следующий. Нет, до свидания. Как бы тебе ни говорили, что ты классная, или как бы тебе ни говорили, что ты дура. Никакого отношения к этому ты не имеешь. Ни к классной, ни к любимой, ни к нелюбимой. Ты никакого отношения к этому не имеешь. Никакого полностью. Ты полный ноль. Вот это дзен. Ты дзен. Никто о тебе ничего не знает. Ты будешь о себе говорить, тебе скажут, ты что, дура? Поэтому какой смысл им говорить про себя, правильно? Никакого смысла. Значит, что? Ты им не навяжешь себя. Значит, что? Ты живешь себя. Себя. Любимую, родную себя живешь. Чувства, слышание, видение. И ты идешь внутрь себя, в глубину в себя. Ты смотришь, кроме того, как ты это увидишь, никто не увидит. Они могут увидеть, но они это только видят. Ты не можешь им дать оценку, то, что они видят. Ты не можешь им сказать, что они долбоебы. Что вы смотрите? Это же говно. Они говорят, блин, это говно, класс. Тамара, прикинь, это говно. Ты говоришь, фу. Ты имеешь право говорить фу. А они имеют право говорить, это же говно. Прикинь. Они являются собой, смотрят на говно с удивлением. Ты являешься собой, смотришь на говно с большим удивлением, говоришь, это говно, фу, не смотрите туда, оно же воняет еще. Они говорят, воняет, оно пахнет вообще необычайно. Поэтому и нету понятия друг с другом. Человек между человеком, он не поймет друг друга никогда. Поэтому ты придерживаешься только своего мнения. Ты не навязываешь свое мнение. Помнишь два правила, я тебе говорил? Да. Да, два правила ты всегда используешь в своей жизни. Ладно.